Нищий и счастье. Однажды вечером нищий возвращался к себе домой. Проклиная свою судьбу, он горько жаловался: «Счастье! Где оно, счастье? Будь проклято это счастье!» Судьба захотела, чтобы счастье откликнулось и пришло послушать его жалобы и стенания. И вот едва лишь нищий произнес эти слова, счастье схватило его за руку и сказало: «Иди ко мне, не бойся, я твое счастье». Счастье подняло его в воздух и унесло далеко-далеко, потом оно опустило его у входа в пещеру и промолвило: «Там внутри пещеры скрыты все сокровища мира. Спустись и возьми себе, что хочешь, но не бери слишком много. Пусть твоя ноша будет легкой, чтобы ты смог дотащить ее до дому. Дорога предстоит длинная и трудная, и ты пойдешь один, без попутчика. Если уронишь ношу на землю, навсегда потеряешь ее. Будь благоразумным и не жадничай». Так сказало счастье и скрылось. Нищий спустился в пещеру, и у него разбежались глаза от множества сокровищ и драгоценных камней. Он начал хватать самые красивые и наполнять ими свой мешок. Через час он вышел из пещеры, неся на плечах тяжелую ношу. Сделав несколько шагов со своим мешком, нищий задохнулся от усталости. Обильный пот выступил на его лице, покрыв все тело. Он почувствовал, что силы его иссякли, и он не может дальше тащить свой груз. «А что, если я опущу мешок на землю и покачу его?» – подумал он. «Не может быть, чтобы я не докатил его домой целым». Так он и сделал. Торжествуя и предвкушая радость от обладания богатством, покатил нищий набитый мешок. Но почти у самого дома он разогнул спину, и мешок вдруг исчез. Руки бедняка сжимали воздух. Он огляделся вокруг, стал кричать и плакать, проклиная свою несчастную долю. И в тот же миг снова появилось счастье. Гневно посмотрело оно на него и сказало: «Ты преступник перед своим счастьем и самим собой. Тебя ничто не удовлетворяет. Тебе не хватает никакого богатства. Тебе было дано много, и ты должен был взять столько, сколько мог унести, но ты пожадничал и взвалил на себя непосильную ношу. Теперь ты потерял все. Пусть это послужит тебе уроком».